на взлет уже на исполнительный старт выходит совершенно уникальная машина, которую называют прообразом истребителя пятого поколения по количеству новых технологий. Машина ОКБ Сухого Су-47 «Беркут». Вот вы видите, отрабатывает форсаж двигатель, и машина мгновенно практически поднимается в воздух. Происходит это за счет уникальной аэродинамической компоновки. Су-47 это, если можно сказать, реализованная мечта всех конструкторов, когда-либо занимавшихся такими самолетами. Обратная стреловидность крыла, над которой бились лучшие умы, была реализована только у нас в России. И только благодаря тому, что удалось наконец-то создать те материалы, которые не позволяют крылу разрушаться при больших нагрузках. Вот вы видите, сейчас отошли от «Беркута» сопровождавшие его самолет, и он остался в воздухе один. Вот посмотрите, рисунок крыла. Рисунок крыла, который задает совершенно неповторимую форму этой машины и дает ей уникальные возможности. А вот сейчас нам видно, вот какой мягкий вираж. Мягкий вираж, вы видите, даже особого форсажного режима двигателям не нужно. Крыло несет самолет, позволяя ему делать вот такие эволюции в воздухе. Су-47 продолжает свой полет. Еще раз повторюсь, это уникальная машина, уникальная по своим возможностям. Самолет, на котором отрабатываются новые технологии, демонстратор новых технологий. Вот видите, отработка переднего горизонтального оперения. Самолет на практически минимальной скорости проходит над нашими головами. Вот видите, какая точная работа. И сейчас я предоставляю слово еще одному нашему эксперту. Это генеральный директор АВПК «Сухой», фирмы, где была создана эта машина, Михаил Асланович Погосян. Михаил Асланович, остается устойчивое мнение, что лучшие самолеты на Западе, но это же не так. Кто здесь в России по-прежнему, я в этом уверен, является передовой авиационной державой. И возможности наших комплексов ни в чем не уступают возможностям комплексов, которые создаются нашими зарубежными партнерами. И когда мы говорим о будущем авиации, то я убежден в том, что сохранившийся научно-технический потенциал нашей авиационной промышленности